Привет, мой друг. Ты представляешь, сегодня 2 года, как вышел мой первый ролик про Пальсвит от Балгано. 2 года, и на протяжении этих 2 лет этот ролик посмотрели 103 тысячи раз. 103! Это, конечно, не миллион, как у топовых, но для меня это превосходный результат. Сейчас вспоминаю те дни, когда я готовил этот ролик и мечтал уехать в Германию. Я не думал, что он станет таким популярным на моем канале. Хотя я даже в описании написал, что это экспериментальный видос. И честно сказать, я не рассчитывал на такой успех. Каждый день ты пишешь под этим видосом мне комментарии. И по возможности я каждому стараюсь отвечать. Пусть критика, пусть чем-то задевает меня твои высказывания. Но я всегда на связи и вижу каждый коммент. Спасибо. Ну, как ты уже понял, этот ролик посвящен опять говну Пальсвита 2. Да, я не изменил свое мнение. Хоть очень многие пишут комментарии, что это топ. Поверьте, друзья, это далеко не топ. Это даже не четвертинка топа. Приехав в Германию, я начал изучать здешний рынок парилок, шиш и так далее. Кстати, я знаю, что на просторах России хотят вообще запретить электронные парики. Соболезную. Если что, с голубями могу отправить что-нибудь. Ну а насчет Пальсвита, если ты не знаешь, я купил другой вейп. Это Ригель Мини Кит. Вкус на порядок выше. Даже эта дешевая хуета просто выебала Пальсвита по вкусу. Ну так что, ребятки, я хочу вам сказать. Полная хуета в вашей электронке. Курите обычный табак. Ходите, воняйте на зло некурящим. А это говно, смотри, что я с ним сейчас сделаю. Все, увидимся.